очень много атаковали с канала, ну, собственно, каналы, короче, все пишут. Конечно, для начинающего стримера ты играешь неплохо, но советую посмотреть стримы того-то, того-то. Это так угарно. У тебя еще? А? У тебя еще? Да. У него тоже. Вы должны найтись. Но ты нас помнишь! Мы тебе бешеные. Ну, я тебя видела. Пожалуйста. А где ты его видела? Ты же не зашла. Я его видела издалека. А-а-а. С орлиным глазом. Пожалуйста, найди. Меня нашло. А у меня еще. У меня доска вспотела. О! Да, у него задержка как раз такая. Серьезно? Ну, скорее всего. Пожалуйста. Тебя ник поменял? Да, я с ним в одной команде. Ура! Ваша очередь запрещать героя. Я комментировать. Пиши ему. Нет, я ближе к концу разпишу. До пика надо написать. Нет, почему до пика-то? Именно после. Я. Ваша очередь выбирать героя. Заснайпили. Ну, мы тебя ждали. Мне кажется, он найдет. Ну, кстати, я могу у него в мути же быть, тогда я просто не докричусь. Ну, я послушаю, когда ты скажешь. Узнаю. Ваша очередь. Ты все провода забрал. Где мой ваш? Сумки, Саша. Ну он в тильте, видимо. Сейчас сделаем кое-что. Что сделаешь? Ник поставлю свой. А ты пикнул героя? Да. Где твой этот? Чемодан? Я не знаю, Саш, там значит. На этот. Прихожий. Читы настрой. Буду читать их чат, смотреть, не узнают ли тебя. Патрамон. Ты через ГГ написали. Ваша очередь выбирать героя. Минус 25 пишут. А, Володар, у него на стриме эта же игра. Лучше Тэчус. А, Фродо, мы тебя знаем. Спасибо за подписку. Ой, надо, кстати, обновить описание канала. Фродо, не спам, пожалуйста. Ну зачем? Ваша очередь выбирать героя. Как Фродо сказал, что не спам? Ссылку на стрим Тэджик вы создайте, кто в курсе. Глечу, дорогой. Так, у нас Рубик, у нас отличный век. Мне нравится. Блин, как ссылку взять на твой твич? Она на ютубе есть ссылка? Не знаю, как мне ее найти. На ютубе есть, да, в описании стрима. Ну, не тильтанет, да вроде не должен. Он же меня знает. Спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Но меня законтрил там только Ланайка. В принципе, у нас есть на нее периодический урон в виде Джиггернаута. Спасибо за подписку. Не, ну на Рубике это хорошо. Не жадный у нас пик, нормальный. То есть Джаггер есть, лейт, а остальные не жадные герои, более-менее. Спасибо за подписку. Спасибо за подписку, спасибо за подписку. Бустер 2.0. Спасибо за играем. Подписку. Спасибо за подписку. Травоман.
там. Ой, ребятки. Ну, я все еще в муте у него, правильно? Спасибо за подписку. Тут можно увидеть, как там вот? Не знаю. Ну, только те, кто смотрел изначально, могут увидеть, как он снимает. Спасибо за подписку. Историю про меня рассказывает? Что за история? Да. Он? Да. Он уже тихо. Спасибо за подписку. Ты же сам легендарный. Спасибо за подписку. Ты герой этого чата. Спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Пытается пиариться за счет тебя. Статистику мира на этом аккаунте после игры покажу. Сейчас не буду. Спасибо за подписку. Так. И чего он-то не реагирует никак? Спасибо за подписку. Ты чат, Маша, вставляет не вас. Битва начинается. Сделай громче. Спасибо тебе. Громче что сделать? Спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Он против тебя или с тобой? А, я понял, он со мной. Спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Ну давай, не говори, ладно? Хорошо. Давай меня ты должен затащить, давай. Спасибо за подписку. Курьер сил тьмы был убит. Спасибо за подписку. Что-то жадно чуть не нашел. Спасибо за подписку. Селёдка. Капельку жадно. Тут клип скинули. Хочешь? Сейчас нет, потом. Угу. Спасибо за подписку. Саш, ты устала разговаривать уже с ними там. Спасибо за подписку свою. А-а-а. Пока линия вообще отличная. Два миличника, спасибо за приятно. Подписку. О, он рассказал историю, как ты какой-то игры подошел к ВП или к Нуну, дал свою визитку, дал свои домашние данные и номер своего агента. И добавил вот такая забавная история. Спасибо за подписку. Озвучка подписки выносит мне. Ой, я промазал. Будет стан. Это девушка. С дерева спрыгнул. Спасибо за подписку. Отлично, я его замансил. Ну, все за мутить, потому что на Твиче новое правило. Бан стрима за высказывание. Спасибо за подписку. Ой, Саш. Чего? Ты там надрываешься просто. Так, может, выключишь а меня? А как? Делай пул, пожалуйста. Что ты за визитку нам дал? Свою визитку рабочую. Да, это не номер агента, это мой номер. Просто он, видимо, не поверил, что спамер минера может работать на нормальной работе. Поэтому решил, что это номер агента. Ну просто у меня визитка там реально брутальная такая. Правительственная. Выключил меня? Да. Да не, возьми меня еще. Я просто смотрю 130. ФБ. Свинка, это чуть-чуть секрет. Что за работа пресс-секретарь корпорации развития города Зеленограда? Давайте мы не будем говорить сейчас про визитку. Нет, ну... А. Ты хочешь рассказать? Нет, просто я не считаю, что это что-то вот может вернуть уже. Угу. У него стан есть? Нет. Чё ж ты бегаешь без стана?
Оп, мне забрали. Да ты подрывал дома в Волгодонске. Нет. Траву продаешь, чудака палец. Так, ну что, начнем. Вы очень приятный человек. Спасибо, Чинфорд. Капсон пишет, что ты с ним. Он смотрит его и гляжу. Ура, Тима, нам задонатили. Спасибо, ну, спасибо за донат, прикрутик. На плюс мораль с нуном. Спасибо. Плюс мораль готова. Жёсткий. А я думаю, что кудес лучше минерка. Вот так вот вдруг. Вообще. Ой, я сейчас умру. Надзор найти. Там точка линии душ. В чате нуна. Я успею, интересно, за той руны или нет? Нет, не успел. Пойду пить Райан. Привет, Хэви. Как ты часто стримишь? Каждый день, по несколько часов. Ну, по вечерам. Я работаю, учусь. Wait my level 4, I need the trap, then we can kill. Wait my level 4, don't aggro. За кадром его девушка. Я. Силы света укрепили свои сооружения. Есть ссылка на ДТП? В описании Твича нету. Есть на канале Ютуба, который есть в описании Твича. Now bite them here. Не хочешь сменить призматический самоцвет на тучи? Что это? Вашу я не знаю. Часто от щит покупаешь и в каких случаях? Не покупаю. Я играю в миньора, который играет через мины. Я не играю в урон миньора. Или мы с оперой играем с мамой. Да, девушка сидит в бочке, ты прав. Так. Ну-ка, за мной пойдешь? Отлично, подошел. Не нафидел? Нет, ты не умер. Так, похвалим Мунчика. Пусть порадуется. Ага, меня видно было. Это как вообще? Где-то здесь получается вижу. Так, наверху пукна запушила. Она очень тонкая. Надо подумать, куда идти. Вам нужен идет. В смысле слова? Ну, к нам на Рине он пришел, только что. Уже ушел. Какой ваш возраст? 21 годик, Тимур. Смотри, у стримера ПК можешь посмотреть снизу под Твичом, там где есть вся информация, кляксы железа. На ком номер? На Рубике. Сколько игр на Твиче? 1800.
Оу. Оу. Призматический самоцвет изменяет цвет горения колесницы. Например, у тебя сейчас желтый, а можно зеленый или зеленый. Как? Может, Нону задонатить, чтобы он тебя... Нет! Он и так помнит нас. Зачем он размучивает? Лучше донатить нам. Ему деньги не нужны. У него компьютер хороший. Да, мы подходили к нам и сидели. Да, эта тема давала интервью на YouTube. Can you take runes, please? Hold up. Ничего книгу надо купить. Спасибо, Зигвард. Вашу верхнюю башню атакуют. Когда мы подходили, да, он узнал Тимура. Тимур спросил, помнишь ли ты меня, я травоман. Ну, он ответил, что лучше бы не знал тебя. Но так, да, помню. Ну, свинка, ну читай твои сообщения, на что обижаться? Спасибо большое, Гриша, и тебе удачи. Ты любишь Майнкрафт, я тебя в Окинаторе угадываю. Ну почему сразу Вертига плохой? Допустим, ролик с Минером у него собрал очень много просмотров, значит он довольно качественный получился. Чем он тебе не понравился, если ты его смотрел? Твой стрим как бальзам на душу. Спасибо. Очень приятно. Только это не мой, а наш стрим. Это мой, твой. Саш, стрим — это общение со зрителями. Я этим не занимаюсь. Просто Вертига высоко хейтит, как и Мэтта. Слабенький ПК. Да, верно, поэтому мы на него и собираем донаты. Сами пока не можем поменять. Ну, может быть, так и есть. А ты смотрел ролик с Тимуром? А, хорошо. Вертига хейтит из-за рекламы. А как поднял ты 24 на 7 в доте, а на что живешь? А я как поднял ты в доте 24 на 7, на что живешь? Нет же, не 24 на 7, он учится и работает. Стримит только по вечерам. Слава богу, у тебя нет чата на экране, как у многих стримеров. У него есть девушка для чата. Так. Вторая часть гайда скоро выйдет, у нас были проблемы со звуком, но мы их уже решили, поэтому чуть-чуть подождать, и скоро будет. Но вы, ребята, кто не знает, Тимур выпустил гайд на ютубе, на 3 часа можете глянуть. Он работает с сапером? Нет, он работает пресс-секретарем. Мы откуда? Мы из Москвы. Очень приятно, девушка. Мне очень приятно с вами разговаривать. Спасибо. Травоман душит. И это пошло. Говорит, не твой человек, понимаешь? Тим, сколько в среднем кларетов выпиваешь за игру? Никогда не считал. Было бы интересно, кстати, посчитать. Я задумывался об этом, но посчитать примерно не могу. Ну, то есть, минимум 50, наверное, есть, а так больше, меньше, не знаю, сколько. Что лучше, играть против Нуна или играть вместе с ним? Против. Все равно он замутил. А так я хотя бы больше бы ему запомнился.
И комьюнити в целом. Мне 19 годиков. Как попал на такую работу? Ну, так сложились, что... До этого несколько лет работал на волонтерских началах в одной организации без денег. И эта организация проводила мероприятия там, где я сейчас работаю, и меня там заметили, взяли к себе. Национальность татарин. Если кому-то вдруг интересно, я русская. У тебя милый голос, Тима, тоже красавчик. Я тоже так считаю, спасибо. Стрим виснет? Блин, обидно. Меня тоже Дима зовут. Ну, а его Тима, Тимур. После пока будем собирать на сумочку твоей девушки. С удовольствием, ребята. Я вообще не против. Принципе, чувствую, на сумке девушки будем собирать быстрее, чем на ПК. Поделюсь с тобой. Ну, он скоро идет. Can you not do like this? 2,5 голды тратишь на маму. Да. Это того стоит полностью. Говорит, что будет скорее рубить, а через центральную башню атакуют. Руинить будет, короче, понятно. Слишком уверен в моих силах. Тима, я вижу Тима, очень противный. Тима очень противный персонаж. О, а ну Тима меня помазал бутылочкой. Когда игра затягивается, у тебя 25 уровень, какой талант берешь на 25? Раньше всегда брал урон и особо не пользовался, ну, по сути, ни уроном, ни передвижением. А сейчас постоянно беру передвижение, потому что раскрыл его для себя, насколько это сильная штука. Уну на все в муте, как мы поняли. Почему ультимативное в первое место, в одно место ставишь, точнее друг на друга? Чтобы враги не видели, сколько здесь на самом деле, и не боялись подойти, там, сломать, даже если они видят их на варде. Плюс сложнее попасть, ну, то есть, как сказать, так, секунду. Да, конечно, видеогайд есть, он есть на ютубе, там большими буковками написано, он не так далеко в видео, можешь глянуть. Ты можешь просто загуглить гайд на Тетриса. И где-то там будет мой гайд. Да вы с Нуном так сблизились, что из одной бутылки пьете. Да. Молочко. Валыш, привет. Смотри, как тут какая у нас движуха. Байт, байт хе. Вашу верхнюю башню атакуют. Пора МСУ фишку делать про мину в одно место. Может, я неправильно прочитала МСУ? А, НСУ. НСУ? НСУ. Ага. Так нечестно. Вашу нижнюю башню атакуют. Можно я тебе свет нормально оставлю? Давай. Только чтобы глаза не бил, пожалуйста. Убирай. Угу. Вашу нижнюю башню атакуют. А что за игра Травиан? Браузерная онлайн-игра была раньше такая.
Очень давно. Ну она и сейчас есть, сейчас она уже вообще не популярна. Онлайн-стратегия. Текстовая. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ваша нижняя башня разрушена. У Метагейма сегодня зашло видео про минера 5К, и мы писали, что, что в комментах, что они на того, ну, они на того видео делали. Да, было не то. Да, тень моя. Что он написал еще раз? Ну, этот, у Метагейма вышло видео про минера 5К, и ему написали, что... А, ему написали. Травомал лучше. Да, в комментариях. Ложь написал. Ложь. Давит нас сильно слишком. Как думаешь, есть ли у тебя возможность попасть в продот и играть только в миноре? Нет. Тимур, потеешь, вижу. Меч побеждает и бумагу, и камень. Вторая катка против Нумана. Это вторая или ты еще играл? За него первая. Вашу центральную башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Там очень много. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Цинка нет, я пока не спала. Слушайте, может то, что я у Метагейма, может рекламу давай, сразу она есть человек. Нет, это теперь Джуны сыграла. А когда же? Сейчас покажись, это будет мне вам важно подарить. Ваша верхняя башня разрушена. Что-то, как же он вовремя поставил свой трап на этот ларик. Прочитал меня. Сможешь? Все, что я сейчас могу. Гива прош, стоп, дай инфрит. Ледзим прош. Найди мир без султан, он дает кому не могну, снова найти мир. Ну а сейчас ты на минере. Да уж, Джиггернаут, конечно, так отыграл. Ой, ниже, молодец какой. Фэлэйкс. Привет, сколько побед и поражений ты сегодня? От пушистого котика. Одна победа. Почему они байбекаются? Can you stop buybacking, please? Let's win the game. Что не так с ними? Почему он байбек дал? Мне нужен уровень. Ну он, кстати, нормально собирается, а дай мне фармить. А он стакнул. А я сбил стак. Не сбил. Ну я покажусь, но скоро. Потерпите чуть-чуть. Оставайся с нами и заходи на стрим. Раз гейм. Да, ну чек у нас тут. Да, ну. Хоть бы раз спросили, а это действительно тот самый травоман? Это нун, да, ну заладили.
На Рубике играет, но. Можно я тоже поставлю Электромоман? Садака нельзя. Я мускай мага. Так убейте. А Тян получается травоманка? Не, я закладка. Смотри. Там не пришло. А вот и я. Чётики. О, ничего себе, круто. We can't defend her round. Oh, I mean, tier 2. Defend on her round. Неплохо у него. Ты приступила к рабочему? Ты приступила? Где-то одна третья. Вы заслуживаете большую награду. Больше народу, у вас тепло и уютно. Оставайся с нами, будет уютно еще лучше. Еще больше. Давай, будь травоман. А что за тычка такая большая у этого зверя? Да, обязательно надо выигрывать эту игру. Женя, вот увидишь, все сам. Спасибо, хороший английский. Спасибо. Когда он сможет ломать или колебов идет? Не будет он ломать, он будет играть. Двойной урон. Wait. Как же мне немножко догоним осталось. Все, есть огонь. Тебе надо успеть поставить табличку. Да? Вашу верхнюю башню атакуют. У меня забрали. У меня забрали огоним в курьере. Офигеть. Вот им делать нечего. Трава вумен. Точно, можно было так о них поставить. Крутая идея. Мне кажется, он... А, ну телепорта есть. В ультимативных минах есть сейчас ограничения по количеству? Нет. Ну, короче, из принципа решил профану эту карту. А что он не так делает? По-моему, все равно не делает. Против антимага. Да. У
Он тильтует, говорит, что ББ, и говорит поскорее ББ. А что для этого гони миньоры? Мины становятся сильнее, как если бы ты прокачал их на еще один уровень льды. Вашу центральную башню атакуют. Я не уверен, мне кажется, я убивал ее. Что рисковать? Зря, наверное. Ему еще лёдка не нравится. Я сейчас мог ее убить. Не среагировал просто. Она так неожиданно вышла, я был уверен, что здесь не зайдут вот так вот. Убью Ская, заберу гем. Тимур, когда стоит брать мину на первом левеле? Не знаю, я никогда не беру. Хорошо получилось. Я думал, уже эти мины никогда не использую, потому что спал с них. Спал табличку. Сейчас трое мертво, всех троих убил я. Команда мертвая. Так что я стараюсь. Стараюсь, ребят. Хотите также научиться? На ютубе есть гайд. Можете глянуть, ссылочка прикреплена в описании. Прячусь, гайда, скоро. У нас проблемы с микрофоном, но сейчас все наладилось, поэтому сейчас запишем, и все будет. Ваша центральная башня разрушена. Нет. Верхняя башня противника разрушена. Айбрик, но
давайте. Вашу центральную башню атакуют. Кан топа. Вокруг замес, и Тимур тихонечко пришел, набрал джек и ушел. Да. Главное не торопясь все делать. Да. Нет, не сбивает. Насколько я знаю. Я допускаю, что могу ошибаться в этом плане. Вашу верхнюю башню атакуют. Иван, это спамер минера еще один. Вашу верхнюю башню атакуют. Почему он не моргает? Почему он считает, что он, ну, это важнее, чем кто-то еще? Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Ваши верхние казармы атакуют. Браток, взорви же мину, цену. Your top shrine is under attack. Потому что я не успел бы отконтролить именно две из этой пачки, а взрывать всего на тени не стоило, ну, они просто пошли по миду всем. Я, ну, то есть, как, я рассчитывал, что я поймаю там лана, это было бы гораздо важнее, а тени все равно ничего уже не решал, именно в той ситуации. Самый шок, что, скорее всего, мы выиграли это. Зачем ВС? Он же бесполезный после этого.
Почему? Я так не считаю. Я собираюсь брать талант на движение мин, то есть и потом Октарин выходить. Мне нужно очень много маны. Для минера БС отлично, потому что в лейте мана реген очень сильно понерфили. У меня был даже гайд на эту тему. Так, ну здесь мы, наверное, потеряли мид. Я решил не оттягивать неизбежные. Ставлю табличку на мид. Не буду дефать, не дефаем. Отдайте топ, отдайте, уйдите. Вроде подсейвил джаггер. Ого, это неплохо. Ладно, хорошо получилось в итоге. Даже немножко подфейлил. Все, теперь вместе в ровном времени. Слушай, не переживаю. Я просто шел посмотреть, сколько зрителей. Хорошо. Не отвлекайся. Я умер. Ага. Вот почему. Зигзаг, если честно, мы пропагандируем милые отношения с подписчиками. И вообще, мы не ругаемся матом. Поэтому и вам не советую кого-то. Не, ну 50, ну черт, это же нормально. Ну все. Все, что я говорила, топку. А зачем против луна и движение мин? А, потому что кроме нее есть еще 4 героя, и их я буду убивать через эту штуку, если раз затянется. Пипец, со снегом не зафейлил, там мы недовольны тобой. Что поделать? А мы недовольны луном, у нас все обоюдно. Да, кидает в мут. Хорошая из вас пара, когда у вас будет маленький минерчик. Когда мы будем не маленькими минерчиками, а состоявшимися и нормальными людьми, тогда и будет у нас минерчик. Обойдем минер общей линии. Щиток, резист, прыжок и дамедж более. Как он получается? Пропагандируем добро, да? Пошлить можно, но не совсем чуть-чуть. I have no buy. Курьер сил тьмы был убит. У него на секунду спал. Твое время пришло. 42-я. Что-то пошло не так, это значит. Ваши центральные башни атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Я с прошлой ничего не успел поставить. Я не могу тогда. Мне время надо. А что делать, брат, серьезно? Двадцать третий. Ваши центральные казармы атакуют. Ваши центральные казармы разрушены. Они передавили вот здесь вот, потеряли. Но если бы он не умер, мы бы могли выиграть. Как я под второй-то попал? Теперь у противника есть мега крипы.
центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Вашу центральную башню. Ваша центральная башня разрушена. Ваша крепость. Ого, боже, он даже не дал прокачаться. Не успел. Какой максимальный риск на этом надо? 6650. Победили силы своей магии никогда не еще пошел. Давай, давай, давай. Это точно не по вине минеров проигрыш. Мы тоже так считаем. Так говорят, го против него, как будто бы ты выбираешь. Сегодня я сыграю с Нуном, а завтра я не буду этого делать. Ну, против него, конечно, было бы лучше. Интереснее. Добавь друзья. 4.19. 4.14. Я не могу добавить друзья, потому что у меня предел по друзьям. Я уже добавлялся. Больше не дает добавить. Хочу следить за стилем игры Dota TV. А ты можешь подписаться на группу, там всегда будет рассылка. Не-не-не, это она хочет именно через Dota смотреть. Мне не важно. Пусть на группу. Мне нужен люди для контента. Тогда договаривай. Ты что, передай, пожалуйста, бокальчик. Бокальчик. Это скажи, поймал кружечку. Вот сейчас на Твиче сидит 120 человек. А ну-ка признайтесь, кто из вас видел гайд на минера? Гайд на минера вышел на Ютубе. Первая часть и ожидается вторая. Мы уже ее делаем, но дни работы.